Всем привет! И в этом видео вы ясно поймете суть гражданской войны в США за пару минут. До того, как началась война, аграрные рабовладельческие южные штаты и промышленные капиталистические северные существовали как отдельные государства. Различия в экономике, традициях и политических ценностях стали первым семенем в огород конфликта. Север нуждался в сырье с юга, особенно в хлопке, а юг в машинах севера, поэтому долгое время два разных экономических региона сосуществовали мирно, однако постепенно между ними нарастали противоречия в понимании международной торговли, дальнейшего развития, а главное – рабства. В 1860 году, за год до войны, президентом США стал Авраам Линкольн, который провозгласил борьбу с рабством. Для рабовладельцев это был сигнал опасности, и южные штаты стали выходить из состава США, объявляя о независимости и через день вступая в состав новообразованной КША – Конфедеративных Штатов Америки. 1861. 12 апреля. Боевые действия начали сражением за Форт Самтер в бухте Чарльстон, который после 34-часового обстрела был вынужден сдаться. Линкольн издал агитацию за набор добровольцев в армию. Юг сделал то же самое. В первое время добровольцев было очень много, но со временем их энтузиазм угасал. Из-за чего пришлось вводить законы о призыве в армию. КША набрали людей от 18 лет, исключая священников, чиновников и чернокожих. Север же не был переборчив в данном аспекте, поэтому еще и набирал мигрантов. Самыми большими диаспорами стали немцы – 177 тысяч и ирландцы – 144 тысячи. Первой целью в войне была борьба за Западную Вирджинию. После сецессии сепаратического отделения Вирджинии, ее западная часть была против этого, и в результате этой военной кампании Западная Вирджиния стала первым регионом, вернувшимся в Союз. До начала войны американский военно-морской флот был лоялен федералам из Вашингтона, поэтому была устроена блокада побережья для юга, у которого экономика состояла на экспорте хлопка в Европу. 1862 год. Февраль. Северяне добиваются наибольшего успеха, вытесняя южан сперва из Кентукки, а после тяжело доставшейся победы при Шайло освободился штат Теннесси. К лету вернулся контроль над Миссури, а далее войска вошли в Миссисипи и Алабаму. Большое значение имело взятие Нового Орлеана. В результате сражения южане лишились одного из своих крупнейших портов. Северяне захватили плацдарм, из которого были организованы успешные наступательные кампании, лишившие конфедератов важнейшей транспортной артерии. 1863. Кампания 1863 года стала в ходе войны переломной, хотя ее начало было для северян неудачным. В мае армия Союза использовала тактику маневрирования, что и стало войне тянущим вниз камнем. В битве при Чанселорсвилле 130-тысячная армия Севера была разбита 60-тысячной армией генерала Ли. У этого генерала резко взлетело чувство собственного величия, и он решил наступить на Вашингтон. Он обошел столицу США с севера, выманив туда армию, и это оказалось удачным наступлением, поскольку Авраам Линкольн сменил командующего армией на не имевшего опыта управлять большими силами человека. Решающее сражение произошло с 1 по 3 июля 1863 года при небольшом городке Геттисберге. Битва была исключительно упорной и кровопролитной. Южане стремились достичь решающего успеха, но и северяне, впервые защищавшие родину, проявили исключительное мужество и стойкость. В первый день сражения южанам удалось потеснить противника и нанести армии Союза тяжелый урон. Но их атаки на второй и третий день оказались безрезультатными. Южане, потеряв около 27 тысяч человек, отступили в Виргинию. Потери северян были немногим меньше и составили примерно 23 тысячи человек. Поэтому генерал Мид не решился преследовать отступающего противника. В течение недели на конфедерацию обрушился второй страшный удар. Армия генерала Гранта после второго штурма овладела крепостью Виксберг, вследствие чего в плен сдалось 25 тысяч южан. 8 июля северяне взяли порт Хадсон в Луизиане, установив контроль вдоль реки Миссисипи, а конфедерация была разделена на две части. 1864 год. Первой целью в этом году было отделение Техаса от конфедерации, но 8 апреля северяне потерпели поражение в сражении при Мансфилде. Вскоре федеральная армия переключилась на Джорджию, а точнее на Атланту. Воспользовавшись слабостью теннессийской армии, северяне сокрушили к 27 июня все и вся.
Ко 2 сентября федералы взяли Атланту. Генерал Шерман выступил из Атланты 15 ноября в направлении Саванны. Однако у северян возникала проблема охраны коммуникаций от врагов. Шерман решил эту проблему одиозным образом, отказавшись от всяких линий снабжения и приказав своим войскам снабжать себя продовольствием за счет конфискованных у местного населения припасов. И 21 декабря 1864 года была захвачена Саванна. 1865. К весне генерал Грант располагал армией в 115 тысяч человек. Генерал Ли с конфедерации – всего 54 тысячи. В одном из последних войне сражений при Five Forks южане оставляли все свои города, отступая от армии США. 10 мая после ареста правительства конфедерации она прекратила свое существование. Завершение войны. Капитуляция оставшихся частей армии конфедерации продолжалась до конца июня. Одним из следствий войны стала смерть президента Линкольна. 14 апреля 1865 года на него совершил покушение сторонник южан. Линкольн был смертельно ранен, и не приходя в сознание, он скончался утром следующего дня. Статистика. Предлагаю вам взглянуть на нее самим и осознать все потери войны. Ну а я пока пойду.